Blow. Привет всем фанатам DJI, меня зовут Винс. Добро пожаловать на видеоуроки по DJI Mavic Air. В этом видео мы ознакомимся с режимами QuickShot. Mavic Air включает в себя все предыдущие режимы QuickShot. В дополнение к ним он включает два новых потрясающих режима — бумеранг и астероид. Когда квадрокоптер поднимается в воздух, вы можете вызвать меню QuickShot, нажав на иконку слева. Затем выберите QuickShot. Mavic Air будет распознавать объекты, что позволит вам выбрать, за кем следовать дрону. Затем внизу экрана появится строка режимов QuickShot. У нас есть Drone, Circle, Helix, Rocket, Бумеранг и астероид. Давайте выберем бумеранг и нажмем Go. В этом режиме QuickShot дрон совершает полет по эллиптической траектории вокруг объекта, создавая неплохие динамические панорамные кадры, которые обычно сложно получить. Это действительно прекрасный режим для съемки живописных мест или потрясающих закатов. Теперь давайте ознакомимся с режимом астероид. В результате мы получим просто удивительную съемку из космоса с возвращением к вам. А какой ваш любимый режим QuickShot? Один из классических или новые бумеранг и астероид? Расскажите нам в комментариях под видео, и увидимся в следующей части.